Всех приветствую на своем канале. Хочу сделать сегодня короткий обзорчик на клематис, который называется Виктория. Этот клематис, вот его начало цветения. Я, как всегда, люблю групповые посадки в одну посадочную яму по два, по три клематиса. Вот сейчас перед вами клематис Виктория. Он уже цветет полностью в течение месяца. Вот так он густо, обильно и красиво цветет. Это была у меня посадка осень 2019 года, то есть получается его второе лето. Но он умница, молодец, очень хорошо нарастил лианы. Сейчас лиана у него нарощенная более уже 2,5 метра, а возможно даже и больше. Очень-очень обильно цветет. Жара стоит у нас в Белоруссии уже около месяца, выше плюс 35, но он реагирует нормально. Ну, конечно, он получает по мере возможности полив. Всем спасибо, кто был со мной. Всем всего доброго и до свидания.